Ежегодно в середине августа пробуют мед нового сбора. Недаром один из любимых праздников в народе считается «Медовый Спас». В этом году он выпал на 14 августа. Выпечка с медом – это традиционное угощение праздника. Сам рецепт знаменитого торта появился совершенно случайно. Супруги императора Александра I, Елизавете Алексеевне, все повара, которые работали в царской кухне, они знали, что она не ест мед и никакие продукты с добавлением меда. Наняли нового повара, молодого повара, который не знал об этих ограничениях. И случайно он приготовил десерт, который так понравился императрице, что даже несмотря на то, что она узнала, из каких ингредиентов он состоит, он стал ее одним из самых любимых лакомств. Сотрудники Банка России решили подсчитать, как за минувший год изменилась цена медовика. Узнать изменение стоимости одного из любимых десертов россиян можно, если расположить все ингредиенты торта, как в рецепте. Вклад в рост стоимости в целом медовика внесли яйца. В нашем рецепте их 3 яйца, 3 штучки. И прирост по сравнению с июнем 2019 года их цены составил 22,4%. Выросла стоимость сметаны и масла, которые используются при приготовлении медовика. Горечь от тех увеличений стоимости тех продуктов, о которых мы говорили, смог подсластить сахар, стоимость которого за этот период снизилась более чем на 15%. В итоге с прошлогодним годом медовик подорожал на 7,2%. Тем не менее, как бы ни менялась стоимость этого торта, он остается любимым лакомством праздником, особенно во время Медового Спаса. Максим Яковлев, Михаил Азоткин, телекомпания «Город».